Сегодня объявят город, где в Украине будет проходить Евровидение 2017. Если победа в конкурсе достанется Киеву, то песенное мероприятие будет проведено на самом высоком уровне. Об этом заявил мэр украинской столицы Виталий Кличко. По его убеждению, завладеть правом на организацию международного песенного соревнования у Киева есть гораздо больше возможностей. В частности, Кличко отметил инфраструктуру и возможности региональной туристической сферы. Как отметил городской глава, Киев предложил две наиболее обустроенные локации, где можно было бы принять участников и гостей конкурса. Это международный выставочный центр, который уже положительно оценил оргкомитет Евровидения, а также дворец спорта. Напомним, Киев, Днепр и Одесса вышли в финал конкурса по определению города, который примет песенный конкурс Евровидения 2017.